Здравствуйте! Мы рады вас приветствовать на канале Hard Reset Info, и мы продолжаем обговаривать программу «Агенда». И сегодня я вам хочу показать, как можно управлять своими проектами. Это наш проект, и чтобы ним начать управлять, мы перемещаемся сюда, на левую панель. Здесь видим такую вкладку, как «Проекты». У меня этот проект безымянный. Здесь нажимаем на эти три точки и видим много функций. Например, первое – это новая заметка в проекте. Это чтобы сделать новую заметку. Следующая функция – это у нас идет премиум. Дальше. Бесплатно мы можем переименовать. Например, не знаю, тест. Тест 1. Пусть будет. Что мы еще можем здесь сделать? Проект замка – это тоже, к сожалению, только для пользователей. Премиум. Мы можем копировать, можем выбрать себе в каком формате, но Markdown и HTML тоже, к сожалению, будут только для премиум. Мы можем поделиться, я уже показывала в предыдущих видео, как это делать, и также можем посмотреть информацию. Здесь можем видеть все наши заметки, когда были созданы и когда был создан сам проект, и что в нем содержится, и на сколько гигабайтов. Спасибо, что посмотрели это видео именно у нас. Мы очень старались. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, что еще можно для вас снять.